Они хотят нас окружить! Да нет никого, успокойся ты. Батальон, черт, это сурово! Вот так и надо. Тут толпа головорезов. Это, ну если только вы, так я хотел сказать, что это всего лишь я иду. Они хотят нас окружить! Груз обнаружен. Уведомляю ОТГ. Отлично. Ты не из этих мест, так что, вероятно, не знаешь про ледоруба. Пару лет назад он навел страху на весь квартал. Убил семейную пару владельцев химчистки. Ну, можно будет, да, его сходить, только надо по-любому пополнить эти боезапасы. Так, а вход... С той стороны, значит, вход. Не снизу ли он? Возможно, что да. Нормально. Видимо, да, все-таки. Не дошел я. Угу. Отлично. Привет всем. Так. Где у нас боезапас-то? Вами снова дядюшка Рик и его шоу «Представь себе» в пиратском эфире и в виде подкаста. Вы ведь уже в курсе про ОТГ, верно? Объединенная тактическая группа. Копы, пожарные, скорая помощь. Во, как туда по... во. Сервисты. Они делают, что могут, и сообща поддерживают подобие порядка, чтобы все не развалилось к какой-то матери. О, еще 19 тысяч, отлично. Наши люди, наши соседи, мы их всех знаем в лицо. Но, кроме них, есть и кое-кто еще. Вы что-нибудь слышали про президентскую директиву о национальной безопасности за номером 51? Нет, конечно, потому что такие вещи на первую полосу никто не ставит. Директива 51 — это некий секретный... Снайперская винтовка. Слабая. Скар Л. Слабый. 3000 урон, обалдеть. Вы не знаете, как они работают. Среди нас есть тайные правительственные агенты. И когда директиве 51 дают ход, они начинают действовать. Ну вот это вот, конечно, 4000, это офигеть. Полно законсервированных агентов. У него всего 7 в магазине, да? Не включит рубильник. А что они устроят потом? Массовые аресты, лагеря и спецпоселения, расстрелы на месте? В том, что этого не знает никто. Военное положение, конечно, не демократия, но с ним хотя бы все ясно. Ох, да ладно. Не ясно ничего. Они... Пистолет с всякой дребеденью? Не все детали. Правдоподобное отрицание, ребятки. Возможность все нахер отрицать. Свободная страна, ага. Офигеть. Я первый раз такой пистолет вижу. Со мной что-то не так. Мне нужно к доктору. О, 170. Обалдеть. Так, только с него надо эту снять. У него нету, но все-таки получше. Сто 70 плюс еще и хпшка. Класс. Сбор ресурсов. Здесь боезапаса не было? Не было. Спина жутко болит. Мне нужно что-нибудь обезболивающее. Не, ну вот это получше, конечно, намного. Двести 269, 257, да? Единственное, только... Здесь боезапас, оставляем это.
Слушайте, остальное можно продавать. Со мной что-то не так. Мне нужно к доктору. Так, а вот он. Что-нибудь на вас смотрит? Только обращайтесь с этим аккуратнее. В ваших же интересах. Лучше предложение вам никто не сделает. Спина жутко болит. Мне нужно что-нибудь обезболивающее. .347 и .418. Нормально. 202. Заходите еще. Мой товар как раз то, что вам нужно. Ну, зато все вырастает нехило, отлично. Заходите, смотрите товар. Ну вот, теперь у вас есть все, что надо. Так, а вот дополнительных ячеек, конечно, нет. Ну ладно. Спина жутко болит. Мне нужно что-нибудь обезболивающее. Вы что, подыскиваете? Так, ну что же. Ты не из этих мест, так что, вероятно, не знаешь про ледоруба. Пару лет назад он навел страху на весь квартал. Убил семейную пару владельцев химчистки. Так вот, он вернулся, пришил нескольких копов и разрисовал их машины, чтобы заявить о себе. Это ведь просто совпадение, что вы с ним нагрянули сюда почти одновременно, да? Развей мои сомнения. Разберись с ним. Не вопрос, сейчас разберемся. Спасибо большое. Так, вижу. Да чего хочешь? Это креп. Так, дальше оно само установится нормально. Смотреть!
сюда, спасибо! Выведи его оттуда! Эти клоуны уже трупы! Где-то телефончик. В итоге ЦКЗ нас просто ошарашил. Этот вирус, никто тогда еще не говорил про оспу, вирулентен при 2 миллионных долях. Передается и при контакте, и воздушно-капельным. Жуть. Потом губернатор объявил чрезвычайное положение. Все выезды из города были перекрыты. И мы поняли, какой ад нас ждет. К нам прислали национальную гвардию, но что они могли сделать? Они же не врачи. Армейский РПК, 1900. Ну, это, да, это слишком мало. Тебя вроде показали больше намного. Ладно. Там я никого не вижу. Он в здании. Козлину! Зараза. Крепкий. Мы почти закончили. Да, выходи. Что это, благородный поступок или просто избавляешься от конкурентов? Можешь не отвечать. Хорошо, не буду отвечать. О, что-то хорошо надавали. Ничего хорошего, только этот, блин, дробовик нафиг нужен. Точность на вскидку и точность, понятно. Ох, ячейка для модификации. Ладно, посмотрим. Ах, слава богу, что есть еще такие люди. Да-да, согласен. Так, что у нас здесь? Полевую операцию. Добро.
где? Меня уже все бесит. Зараза. Ё-моё, я знаю, что я не забрал. Шапочку какую-нибудь. Шарфик. Отлично. Дудь? Что это было? Так, не, боеприпасы у меня нормальные, туда я не пойду. Внимание, сообщение на волне ОТГ. Мы под обстрелом из малого калибра. Это мародеры. Всем бойцам ОТГ, прием! Поиск источника сигнала, анализ завершен, передаю координаты. Внимание! К вам приближается противник! Офигенно! Вижу врага! Им крышу сорвало! Они у нас как-то влюбили! Они же тут! Хрен вам! Кошачьи ненавидят! К вам приближается противник. Откуда вы? Это же просто уголовники. Здорово ты его. Как они выбрались? Отлично. Я рад, что сражаюсь вместе с тобой. Я тоже. Рад, что я сражаюсь вместе с собой. Без вашей помощи мы бы погибли. Надеюсь, теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на патруль ОТГ. Найти и захватить груз. Добро, идем туда. А, у тебя как, спина не болит? Мне тут кое-кто рассказал, что наткнулся на ящик с припасами. Там их много, ему столько не нужно. Или он просто боялся, что его пристрелят. Но ты же не боишься, да? Нет, конечно.